Мы продолжаем играть, и есть люди в команде «Шахтер», с которыми играть довольно сложно, потому что они родом из страны, где играть и весело проводить время, это, в принципе, у них в крови. Поэтому, как вы понимаете, для того, чтобы усадить за стол этого человека и сыграть с ним, нам пришлось сначала его успокоить, заканчивать карнавал, который был здесь в нашей импровизированной студии, и потом только задать ему пару вопросов. У нас в гостях пришел с нами поиграть полузащитник донецкого «Шахтера» Фред. Привет! Привет. Привет. Очень рада тебя видеть, но прежде чем мы начнем играть, хотели бы задать пару вопросов. Это уже не первая зима твоя в команде «Шахтер». И есть различия между тем, как в вашей стране празднуют Новый год, и празднуют ли его так? И уже успел ли ты ознакомиться с украинскими традициями? Tem. Aqui é muito frio, lá é muito calor, e ao longo do tempo a gente vai se adaptando ao frio e vai se acostumando. Нам очень интересно узнать, потому что бразильцы вообще такие очень веселые ребята, и по ним не всегда определишь, какое на самом деле настроение у них или в команде. Как себя чувствует сейчас «Шахтер», как вы себя чувствуете, «Шахтер», и как вы приняли новых свежих игроков и тренера? Tô feliz, acho que... Entre nós, os brasileiros, nós brincamos todos os dias. И acho que está clima muito bom. Somos líderes campeonatos. Как ваше взаимоотношение с тренером? É muito tranquilo, é muito profissional. Venho trabalhando para conquistar uma vaga no time. E minha relação com não só com o Paulo, acho que com toda a comissão técnica é muito transparente, é muito tranquila, todos se tratam muito bem e é clima muito bom nesse nosso ano. Нужно загаданных персонажей отгадать, задавая мне наводящий вопрос. Попробуем? Я posso pegar? Любой, да. Да. É homem? Sim. É jogador? Уже нет, но он был футболистом. Europeu? Sim. Aí tem um monte de jogador europeu agora aí, ó. Já abriu uma margem. Это особенно. Paulo Fonseca. Não. Michel Chesco. Sim. É? Mister! Eu quero ver tu. Mulher não. É homem ou mulher? Não, é homem? Não. Mulher? Vive... mora na... é ucraniana? Não. Pô, isso aqui tá difícil, hein? Não, тоже красивая. Красива? É atriz? Não. Cantora? Não. Pô... Presidenta? Presidenta não, né? Presidente. Sim. Presidente? Dilma? Ah, Dilma? É Dilma. Caô, você... Rapaz, lenda. Careca. Não é careca, não. Top. É homem? Sim. Futebolista? Sim. Ucraína? Não. Já jogou no Shakhtar? Sim. Ele não é ucraniano, é brasileiro? Sim. Brandão? Não. Eu vou chutar todos. William? Não. Он забил очень особенный мяч. Илсинho? Não. Gol especial pelo Shakhtar. Это маэстро по забиванию особенных с точки зрения статистики мячей. Он забивал мячи «Динамо». Морен. Марсело Морен. Жадсон. Фава! Nossa, foi difícil, hein? Но еще у нас есть уникальная возможность поздравить болельщиков «Шахтера», которые есть на всех континентах, и в Бразилии, и в Украине. Поэтому, если есть тебе что сказать, будем рады услышать. Parabéns a todos, os torcedores do Shakhtar, todos os ucranianos. Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, muita saúde, paz e tudo de melhor sempre.
Спасибо тебе большое, и тебе всего хорошего, и всем ребятам, кого ты отгадал.